Прикосновение, конечно, является основным методом взаимодействия с iPad. Для повышения возможности мультитач и предоставления качественно нового уровня точности с iPad Pro, мы разработали Apple Pencil. Все началось с переработки сенсорной подсистемы дисплея для считывания как пальца, так и стилуса на одной и той же поверхности с оптимальной точностью. Когда вы используете Pencil, считывание происходит в два раза чаще, позволяя iPad Pro захватывать больше точек за один штрих. Высокоотзывчивые датчики, встроенные в кончик Apple Pencil, работают с дисплеем iPad Pro для определения местоположения силы и наклона. С данными о силе вы можете слегка нажать для получения тонкого штриха или нажать сильнее для получения более темного. Сигналы, передаваемые из двух разных мест, на кончике вычисляют угол и положение, чтобы делать широкие или затененные мазки. Уникальное строение кончика Pencil позволяет использовать его одновременно с вашими пальцами. А с невероятно низкой задержкой он обладает отзывчивостью и воспринимается как настоящий инструмент для письма или рисования. В то время как встроенная батарея позволяет использовать его часами, Lightning коннектор позволяет заряжать Pencil непосредственно от iPad Pro. Apple Pencil создан, чтобы выглядеть и ощущаться как знакомый инструмент. Но тщательно спроектированные для него технологии, работающие с нашим самым современным мультитач-дисплеем, позволяют добиться чего-то экстраординарного. Точность, которая на самом деле дает вам возможность коснуться отдельного пикселя.